Старая добрая Шаболовка, где раньше снимали тихие детские и образовательные передачи, в 92-м перенесла настоящий панк-концерт. Программа А снимала автоматических удовлетворителей. Алексей, что такое панк? Степ, ну вот представь себе, ты сидишь вот, скажем, ну вот на этой скамейке с гитарой и поешь «В лесу родилась елочка». Но вот если вместо скамейки под тобой будет раскаленная сковородка, я думаю, что из этой песенки «В лесу родилась елочка» будет самый настоящий панк. То есть панк – это такая вещь, которая возникает только в ситуации, когда человек сидит в жизни на раскаленной сковородке. То есть можно начинать? То же самое. Странно. Я хочу купить себе трехмоторный дельтаплан, чтоб летать быстрее мухи в магазин универсал. Ничего не надо, но чтоб дельтаплан, мне ничего не надо, лишь только дельтаплан. We'll be right back.
что вас связывает с Андреем Пановым? Ну, прежде всего, встречи, конечно, Степ. Тогда, конечно, Панов не мог рассчитывать ни на какие широкие концерты, выступления. Он приезжал два раза в мое рок-кабаре, оно было тогда подпольным в те времена. И первый раз он не пел, он слушал, как у меня в кабаре пел Саша Башлачев. И он мне сразу понравился тем, что вот я знал, да, о нем уже, что это очень яркий, интересный сочинитель и исполнитель. И я же ожидал, что он обязательно полезет выступать. Это так свойственно талантливым людям, тут же на аудитории все показать. Нет, он очень скромно сел в уголочке. Я ему заварил крепкий чай, и он слушал Сашу Башлачева, совершенно не подавая никакого вида, что он сам гений. Thank you.
Андрей Панов, его кличка была «Свинья», даже в этой кличке уже была заложена революционность. Андрей Панов через язык города, через язык реальной улицы, через язык реальной жизни молодежи учил всех, и меня в том числе, конечно, учил жить по правде, учил думать по правде, говорить по правде, сочинять по правде и жить, следовательно. По правде. Он, кстати, и жил всегда очень правдиво. Он не умел жить двойной жизнью, он не умел в поступках быть двойным. Поэтому жил тяжело, но, по-моему, очень чисто, как и положено настоящему большому поэту. Вообще, это блестящий художник русского слова. Он был единственным таким панком. Панком? Для меня он вообще первый и последний панк в стране. Я не нужен, да.
познакомились с Андреем Пановым? С Андреем Пановым? Ну, так получилось, что у него были проблемы с тем, чтобы мастер из студии взять. Нужны были определенные деньги. Вот он нам позвонил. Вот я приехал, чтобы на белорусской, чтобы отдать ему эти деньги за... чтобы просто помочь товарищу. Хотя я его абсолютно не знал. Это как бы Олеся была его другом. Олеся Троянская. Вот, как бы она говорит, Андрею обязательно нужно помочь. Ну, приезжаю, встречает меня два лысых кента. Один Чернов, его гитарист, другой Андрей Панов. Хороший был, как друг. Хороший. Ну, как тебе сказать, понимаешь, с одной стороны, это был редкий раздолбай вообще. И если ты с ним связываешься, то как бы неприятности шли косяком. Вот, типа, например, когда мы его записывали, каждый на нашем там обратном пути, ну, на пути туда-то еще это было утром, ладно, а на обратном пути каждый милиционер был наш. Вот. Но тем не менее, это как бы вот, если ты с ним не хочешь связываться, не связывайся. Но если связался, то вот, ну, будь добр, это расхлебывай. Но при этом, как бы он по-человечески очень много за это отдавал. Продолжение следует...
приходит, начинает канитель, вылезает под простынку, наложив мне всю постель. Я везде его гоняю, этот лицеземный день. И на мне не хочется вставать. Я лучше крепко буду спать. Мне не нужен магазин. Более продажен нет. Рано утром мы встретились, Свин был, конечно, с похмелья, мы тут же начали выпивать втроем. И даже вот расшифровывая этот разговор, по-моему, расшифровку делал Сашка Старцев, довольно невнятная получилась расшифровка, непонятно, где мы начали, где закончили. Ну, в общем, он как-то вычленял себя, Свин, из российского панк-рока. Он говорит, настоящий российский панк-рок – это гражданская оборона. Полное антиподство мне. Так мне и надо, заявляет Свин. Мы его спрашиваем, а в чем противопоставление? И вот, что довольно-таки существенно, потому что это из уст самого Свина исходит такая самая характеристика. Я веселящий, мягкий, добрый клоун. А вот Летов – именно такой панк, борец, все круши. Вот так и должно быть. Подумал о весне, думал, что ботинки все в говне. И в это попил ноги тут пока еще нет, но есть большой миньет. А может денег принесет обман? Ну а мне шататься, зачататься, а тому? А вот дело обман, может денег принесет обман? Ну а мне шататься, зачататься, а тому? Соседа жаба есть одна. Видно, надоело ему. По весне он хочет нее давать. Хорошо. Шататься, шататься, а табу. Вот и сюда придя на пол.
умеешь шататься, ты шатай. Культурным панком. Или нужно обязательно пить, носить рваные джинсы? Ну, прежде всего, ты мне вот скажи, пожалуйста, а что? Культура – это только тогда, когда джинсы не рваные и когда человек не пьет? Ведь дело в том, что культура – это не какие-то внешние, да, только, точнее, не только внешние какие-то качества. Это, скорее, все-таки уровень этического развития человека. Это его... отношение к добру и злу – это умение жить на стороне добра и не сдаваться злу. Предложил самогон. Уходишь бесплатно.
бросил ты в окно в мыслях моих, а ты только вас я, как я люблю. Сколько флаконов нам будет давать? Мы можем быть три, а возможно и пять. Вот именно это хотел я узнать. Питание умных людей, кому-то много хороших вещей. Узнал, что в больнице написал миллионы. Вот наконец-то горечь белостья. Как я люблю может, ребят. Поем. Значит, поем. Вопросом на вопрос отвечу. Как ты думаешь, достаточно сегодня молодых людей живет так, как будто сидит на раскаленной сковородке? Я думаю, хватает? Да.
Хватает? Я думаю, да. Ну, значит, я думаю, что это прекрасные условия для продолжения существования панка в нашей жизни. Я думаю, что миллионы молодых с нами с тобой согласятся. Эта шаболовская съемка оказалась лучшей, а практически единственной полноценной концертной записью Андрея Панова, который умер в Санкт-Петербурге в августе 98 года от перитонита. Зеленый змей опять при мне, сажаю я его в